Вечером 6 апреля автомобилисты, проезжающие Сахаровское шоссе, у поворота на Рябинке заметили автомобиль, обнявший дерево. Многие машины останавливались. Люди пытались выяснить, что произошло, и в случае необходимости помочь тем, кто находится внутри автомобиля. Но салон, врезавшийся в дерево «Лады», оказался пуст. На сиденье следы крови. По всей видимости, водитель «десятки» не справился с управлением и потерял над машиной контроль. Не исключено, что ж за рулем находился нетрезвый человек и, не сообщая о случившемся в ГАИ, оставил своего железного коня без присмотра. Еще одна версия – автомобиль угнали и, попав в аварию, бросили. Все это наши версии, так как в ГИБДД факт аварии не зарегистрирован. Утром 7 апреля разбитая машина уже стояла на дороге. А вот что стало с сосной, в которую автомобиль врезался. Еще одно столкновение с деревом произошло на этих днях. На Рябеевском шоссе 19-летняя девушка-водитель, не имеющая права управления, находясь не пристегнутой за рулем BMW X5, неправильно выбрала скорость движения и не справилась с управлением. Иномарка на скорости врезалась в дерево и опрокинулась. В результате ДТП водитель и 44-летний пассажир, тоже не пристегнутый ремнем безопасности, с полученными травмами госпитализированы. Госавтоинспекция Тверской области еще раз напоминают простые истины. Водитель механического транспортного средства обязан иметь водительское удостоверение. А во время движения водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнем безопасности. И еще важно помнить, управлять автомобилем в нетрезвом виде не только противозаконно, но и опасно для жизни.